Не могу не поделиться с вами обалденным, вкусным, очень красочным салатом. Всем привет, дорогие друзья, снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Не буду затягивать ваше внимание, время, начинаем готовить, поехали. Давайте быстренько пробежимся по ингредиентам. У меня здесь не крупные две свеклы, капусточка маленькая головка, петрушка небольшой пучок, два огурчика, яблочко кисло-сладкое, а также две ложки сметаны и специй, нам понадобится всего лишь соль. Свеклу очистил. И начинаем нарезать. Нарезать буду кубиком. Нарезаю, как вы видите, на пластмассовой досочке. И если будете нарезать на деревянной досочке, вся доска будет красная, потом не отмойте. Руки уже красные. Кубик такой получается примерно 1,5 на 1,5 сантиметра. Отправил сковородку на плиту, добавляю пару столовых ложек подсолнечного масла. Масло накалилось в сковороде, отправляем свеклу. Распределяем по всему дну сковороды и обжариваем пару минут. 3 минуты уже прошло, накрываю крышкой и еще 3 минуты на слабом огне тушим. И легкими движениями руки начинаем шинковать капусточку. Количество всех ингредиентов беру на глаз. В описании обязательно укажу ингредиенты. Так что переходите, смотрите и готовьте вместе со мной. И отправляем в глубокую миску. Думаю, капусты будет достаточно, больше не нужно. Теперь нарезаем огурчик. Таким образом нарезаю огурчик. Также понадобится кисленькое яблочко, недозревшее. Оно дозревает, обычно сладкое становится, но в данный момент кисленькое. Чем можно заменить яблочко? Яблочко можно заменить, вот эту именно кислоту, можно заменить соком лимона. И тогда не добавлять яблоко. Также отправляем в миску. И сюда же отправляем нашу свеколку, которая жарилась в сковороде. Под крышкой вместо 3 минут пробыла 5. Но осталась хрустящей. Масло оставляем в сковороде, оно нам не нужно. Петрушку буду нарезать, можно ее и нарвать, порвать вернее, но я все-таки ее нарежу. Отправляю небольшие 2 щепотки соли и 2 ложки сметаны. И хорошенечко смешиваю. Во-первых, очень дешевый, вкусный и очень красочный. Стоит приготовить. Пробуем. Вкуснотень, друзья.
очень легкий, очень простой и очень вкусный. Стоит этот салатик, конечно же, приготовить. Готовим, делимся с друзьями и, конечно же, комментируем. Кто не подписался, подписываемся, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать новых моих видео. Я с вами прощаюсь, до следующего видео. Всем пока.